Здравствуйте, дорогие друзья. Я считаю, что наша жизнь происходит под диктовку ее высочества судьбы. Ну вот, по этому поводу и стихотворение называется «Под диктовку». Я живу под диктовку судьбы. Мне нет «если бы», да «кабы». Разработан четкий чертеж. Супротив него не пойдешь. А в таинственном чертеже приключения на вираже. Взлет, падение, кутерьма. Вчера лето, нынче зима. И никто уже не спасет от того, что в будущем ждет. Был судьбою создан чертеж. Супротив него не пойдешь. Вот так мы и живем под диктовку судьбы. Все, что не случается в нашей жизни, написано до нас. Спасибо.